Кедраговича во второй раз. Отряд пропал без тепла оси. Считай убит. Куратор Хадсон был вынужден продолжить поиски Нова-6 без тебя. Он отправился к Ямантау, колыбели судного дня. Именно. Доктор Кларк сообщил координаты центра операции прямо перед смертью. И там Хадсон встретил Фридриха Штайнера, нацистского ученого, создавшего первую партию Нову-6 для Драговича. Там Хадсон и узнал про цифры. Тайный код. Я был там, Мейсон. Я был на базе Ямантау. Боже мой. Цифры существуют. Конечно, существуют, Мейсон. Это не игра. Нас уничтожат, если ты не поможешь. Где станция связи? Бегай-6, разрешите взлет. Бегай-6, занимайте четвертую полосу. Кэт, подтвердите заправку у KC-135 в секторе Браво-6-9. Принято, Бегай-6. Заправщик встретит вас в секторе. Бегай-6, взлет разрешаю. Принято, Кэт, выполняю. Всем привет, вас приветствует игровой канал Saint Gamers, меня зовут Павел. Мы продолжаем проходить игру Call of Duty Black Ops. Ну и сейчас мы взлетаем. Это, кстати, очень классная миссия, она мне нравится. Используйте индикатор цели, чтобы найти Килла-1 на радаре. Так, вот они, эти Килла-1. Есть! Вижу их! Килла-1, это Бегай-6. Вижу вас на радаре. Понял вас, Бегай-6. У нас видимость ноль. Наводите на ретранслятор. Килла, смещайтесь на восток. Так, на восток. Нажмите пробел, чтобы отдать приказ. Окей. Принято, Бегай. Килла-1, как мы слышали, нулевая видимость, поэтому командовать будем мы. К северу от вас есть строение. Спрячьтесь в нем. Так, давайте. Типа в такой стратегическом стиле. Как стратегия, короче. Классная эта миссия, мне прямо она нравится. Они проезжают мимо дома. Так, стоп. Противник остановился у дома. Так. Возьмем пистолет с глушителем. Пехота противника. Уничтожьте ее. Так, блин. Кинули сразу световую. Так. Они с дробовиками. Так, все, отлично. Кило-1, на дороге жарко. Выходите через заднюю дверь. Так, где у нас задняя дверь? По-моему, вот с этой вот стороны. Да, окей. Видим две цели. Устранить. Так, наводим на них и нажимаем пробел. Готово. Так, давайте дальше, чуваки. Направляйтесь к казарме. Первая цель внутри. Зачистите казарму. Так. Пусть машинки проедут. Принято, идем. Вперед. Кило, тормозите. Так, нажимаем В. Принято, Кило-1. Вас не видно.
Так, сейчас они пройдут, и мы можем, в принципе, заходить в саму казарму. Ну, я думаю, вот сейчас самое время встать. Ило-1, все чисто. Ну и, в принципе, давайте в казарму сразу же. Мы над казармой, внутри несколько целей. Ило-1, войти и зачистить. Понял вас, бегай. Так. Казарма, я думаю, будет... ну, тут побольше будет людей, чем в том здании, в первом. Потому что это казарма. Оружие классное дали. АУК и пистолет с глушителем. Чё, где еще народ? А, все чисто. Выйти, к сожалению, нельзя. Заложить заряд. Окей. Так. Внутренняя связь выведена из строя. База накрыта. Идем к следующей цели. Принято, Кило-1. Кило, следуйте на север. Вперед, на север. Уже. 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 Кило-1 на подходе, пехота противника. Шесть человек минимум. Слишком много. Укрытие и не высовывай. Джейсон Хансон возглавлял атаку на Ямантау. Да. 20 градусов ниже нуля. Чертов ублюдок в своей среде. Ждем. Где новый противник? Сторожку, быстро! Так, ну что ж, у нас до сих пор продолжается та миссия, где мы сейчас были в самолете. Лежать. Так, ложимся. Так, где, кстати, чувак? Уже нету. Так, второе оружие у нас. Чисто. А, АУК тот. Окей. Это Кило-1. Вы нас видите? Видим, Кило-1. Видимость улучшилась. Начинаем операцию. Выходим к подстанции. До сих пор, кстати, мы разговариваем, сбегаем по поводу видимости, но сейчас видимость, как мы видим, довольно-таки хорошая. Так, зацепляемся. Силовые реле под нами. Четыре цели. Пошли. Тут нужно спускаться аккуратнее, чтобы не упасть. Потому что он может упасть. Я уже проверял, если, например, долго нажимать кнопку спуска. Так, тут, пожалуй, АУК возьму. Так. Готов? Готов. Только тебя. Давай. Так, вот такое вот красивое слоумо. Всех убили? Походу всех, да, отлично.
А, тут такие наши. Справились, я хочу посмотреть, как он улетит. Не повезло чуваку. Бегай, это Кило-1. Мы взяли подстанцию. Вас понял. Веду перенастройку. Порядок. Вижу секцию связи. Переходите к следующей цели. Основная часть комплекса находится внизу хребта. Если данные об использовании новой 6 в качестве оружия есть, то они там. Так, окей. Идем там вон на ту радиостанцию. Не радиостанция, как она называется? Радиовышка, что ли? Ну-ка я вот, если вот по стелсу их попробовать убрать. Второй чувак все-таки убежал, да? Окей, они начали пальбу. Черт, они врубили тревогу. Вот, это тревога вонючая. Вот я тут не понимал, можно просто по стелсу вообще пройти или нет. Ну, кстати, нам дают, типа, в арбалете разрывные снаряды. Очень классная вещь. Прицепляем на чувака, и его разрывает на куски. На, получи, чувак. Ну, лучше с ауга. Так, давай, ауг. Так. Окей, давай вперед, 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 вперед. Ляг. Так, окей. Вот ауг, классная вещь. С глушителем, вообще найсовая штука. Кто стреляет? Так, бомбанем. Снегоход стоит. Так, блин. Не убивай, не убивай, пожалуйста. Спасибо. Блин, все равно слили. Другой чувак слил. Окей. Еще раз пробуем. О, отсюда. Окей, еще раз попробуем. С этого, как по стелсу. Может, сауга попробовать по стелсу? Это Кило-1, подходим к цели. Окей, вот сейчас получилось по стелсу. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Принято, бегай. Так, зарядим. Используй арбалет. Если нас засекут, переключайся на разрывные. Один в патруле у сарая, двое под ним. Две цели у грузовика справа. Еще один у опоры. Так, пошли. Так, типа нам говорят, что можно как-то пройти по стелсу, но я не очень уверен, что у меня получится. Так, если я этого убью, скорее всего, они запалят. Окей. Попробую пройти. Так, тут два чувака. Вот этот чувак вообще просто беспалено стоит. Так. Если тот уходит. Так, тихо, пацаны, тихо. По стелсу пробуем. Я даже не знал, что эту миссию можно по стелсу пройти. Я думал, только вот этих вот двух чуваков можно по стелсу убрать. Так. Еще минус один. Так, вот тут я не знаю, кого лучше убрать. А, они типа мне помогают в помощи. Окей, неплохо. Так. Так, вот тут я видел одного. Окей, один на вышке. А, смотрите, еще снег копают. Окей. С этой стороны. Один внутри есть. Блин, не очень хорошую позицию занял. Так, давай-ка вот сюда вот. Один, кажись, прямо на меня идет. Так, не давай на арбалета. А
Ага, он где-то там что-то чинит. Так, ладно, начнем, пожалуй. Так. Окей, чуваки, по стелсу все прошло более-менее. Давайте вперед. Так, тут, по-моему, тоже кто-то есть. Ага, один. Кило-1. Две цели вошли в генераторную. Принято, бегай. Окей, по стелсу получилось пройти. Стреляй по петлям. Вот я вам показал, как проходить по стелсу. Сам прошел только первый раз. Но неплохо. Хорошее попадание, чувак. Вы держите периметр. Внимание, через 3 минуты мы отходим на дозаправку. Принято. Бегай. Это Кило-1. Мы у станции связи. Принято. Группа заняла позицию у окна. Мы на позиции. Тревога! Ага, тут, значит, у нас никак не получится по стелсу, но окей. Немножко стелса нам не помешало. Тут как-то разнообразило экшен. А, это просто комната. Контакт погашен. Кило-1, множественные цели на подходе к станции. Так, дохните. Так, окей, спускаемся. Нате вам только гранаты. О, скорпион. Так, тоже нифига. Так, еще. Где еще? Где еще у нас враги? О, кто стреляет сзади? Минус 2. И тут никого, где-то вот тут наверху бегает. Нате вам-то гранату. Да блин, чуваки, вы нас вообще обошли. Все, нет никого. Граната. Все, окей, задание выполнено. Хадсон, отключай радар. Давай, отключаю. Игай, это Кило-1. Подтвердите выход радара из строя. Засекут нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Гранатомет на гряде! Хадсон! Так. Блин, один наш, к сожалению, не выжил. Еще лавина, это не вовремя. Вперед! Блин, все скатывается. Вперед! Полетели! Блин, я ударился. Там что, управлять надо было? Я что-то и забыл, что управлять надо. Хадсон, отключай радар. Окей, вырубаю. Так, сейчас еще раз. Игай, это Кило-1. Подтвердите выход радара из строя. Прием. Засекут нас теперь быстро. Двигаемся, господа. Гранатомет на гряде! Ну, это скриптованный гранатомет. Блин, чувака жалко. Так, ладно, не перезаряжай, потом перезарядишь. Быстрей. Лавина эта вонючая. Быстрее. Ох, ё-моё. Чуть не упал. Музончик такой нормальный.
Так, парашютик. Ох, так еще упал жестко. Проникнуться на базу Нова 6. Честно, я поставил, смогу проникнуть? Так, что-то там чувак что-то рассматривает. Наверное, тут по стелсу не получится. Хотя, кто его знает? Тут он лично чувачков. Ага, да, все, окей. Вперед, тогда воевать. Так, 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 сейчас обойду их. Красиво сработал. О, чувак, 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 чувак. С пистолетов меня стрелял. Так. Бочка красная. Нет, не взрывается. Да блин. Окосил чувака. Я могу пулемет уничтожить? Так, я стрельнул? Или нет? Кажется, нет. Да блин, все, окей, ладно. Так, давай, аук. Что-то вас тут как-то мало. Катя, видишь эти провода? Да, и тут по всему комплексу. Хотят тут все взорвать. Быстрее, парни, у нас мало времени. Че, где вы там? Штайнер не здесь. Закрывается! Что это? Глушит наши рации. Он знал, что мы здесь. Эта камера, он видит нас. Драгович решил похоронить все и всех причастных к проекту Нова. Уверен, я следующий. Что тебе нужно? Цели по Соединенным Штатам. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска Новой 6. Боевой Новый 6. Передача цифр. Что она означает? Я расскажу вам все в обмен на безопасность. Я на острове Возрождения в Аральском море. Выбор за вами. Покиньте Яманту. Так, окей, у нас пошло время. Нате вам только гранат. Пулеметчик, привет. Кстати, я когда-то пытался взорвать вон ту вон машину с пулеметом, которая вот тут вот стоит. А она, по идее, скриптована, и нам туда как раз таки и надо. Быстрее, быстрее, быстрее в тачку. Я за пулемет, да. Все, ну что ж, чуваки, здравствуйте. Так, быстрее, быстрее машину взорвать. Готово. Блин, нифига не вижу, кто где. Ой, там упало что-то. Блин, что так колбасит? А, все, мы поехали. А, это лавина. Ну что ж, друзья, вот мы, в принципе, прошли еще одну миссию. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.